С самого анонса наша сегодняшняя гостья выглядела не такой, как все. Оказавшись среди важных игр, так и норовящих примерить пиджак и бабочку, она надевала летнее платье и бейсболку. А еще у нее длиннющее название, необычная концепция и неформальные разработчики – Gajubahan Games. Это симулятор бейсджампинга. Называется A Reckless Disregard for Gravity. Название полностью отражает суть игры. Здесь мы не стреляем, не захватываем базы и не прячемся за укрытие, хотя динамики хватает с лихвой. Запускаем, выбираем уровень, смотрим вниз, шагаем и летим. Впрочем, сигануть с крыши даже не четверть дела. Нужно еще поэффектнее спуститься, выполнять трюки, радуя фанатов и рисуя граффити на стенах, а перед посадкой обязательно раскрыть парашют. Трюки делятся на несколько видов, самые простые названы объятиями и поцелуями. Приблизились к зданию, засчитывается поцелуй. Если продолжать лететь рядом, засчитают объятия. Есть и более сложные движения, для которых нужны специфические условия. Например, трюк сквозь игольное ушко выполняется только когда наш герой летит сквозь какую-нибудь крайне узкую область. Рисковый прыжок оценивается и затем оплачивается игровыми очками, на которые можно открыть новые уровни или забавные бонусы. Бонусы веселые, но практической пользы от них ждать не приходится, в основном это видеоролики. Лишь изредка можно добыть необходимое. Баллончик с краской для рисования граффити, перчатку, без которой якобы и большой палец фанатам не показать. Ну а на десерт имеется чашечка тройного эспрессо, бодрящая нашего героя прямо в полете. Поначалу бороздить просторы сюрреалистичных мирков очень весело. Уровни уникальные, многие содержат сюрпризы. То фанатам пальцы показываем, как в какой-нибудь ритм-игре, то перед самой посадкой телепортируемся в начало карты. Но разработчики зачем-то ввели плату за каждый новый уровень, причем со временем она повышается. В результате приходится перепроходить и без того поднадоевшие локации, чтобы побить предыдущий рекорд и заработать еще немного очков. Это недоразумение слегка портит впечатление от A Reckless Disregard for Gravity, но, к счастью, до гневных криков и изгнания игры с Винчестера не доходит. Да и хорошо подобранная электронная музыка, хоть плейлистов с неба и не хватает, поддает жару и поддерживает провисающий порой процесс. Пока тихие и спокойные офисные служащие в обеденный перерыв неторопливо раскладывают на компьютере пасьянс, A Reckless Disregard for Gravity послужит отличным развлечением на полчаса или час для тех, кому не по душе косынка или зума. А если вы прониклись бесшабашным духом этой игры, она вполне может стать для вас персональным инди-проектом года.